Христианские монахи сочиняют всякие небылицы про латынь, про греческий язык. Зачем-то в рассказе о Софии и ее дочерях не к месту нам говорят о том, как на греческий язык или на латынь переводятся слова «вера», «надежда» и «любовь». А между тем, переводи имя Софии на другие языки, не переводи, а все равно оно означает «мудрость». И в русском языке слово «София» есть слово одного из ввода со словами «солнце» и «свет», а «мудрость» есть «свет ума». Таким образом, у Матери Мудрости есть три дочери – любовь, вера и надежда. А в геометрии круг – самая мудрая, премудрая из всех фигура, создается отрезком прямой, который называется «вера», одним концом которой является любовь, а другим – надежда. Вот так связаны воедино понятия мудрость, любовь, вера и надежда. Однако это не все, что можно рассказать.